Надо сказать, что творчество Верди – это повод для демонстрации профессионализма, как я уже говорил, всех составных частей оперного спектакля. И мы, конечно, волнуемся за то, чтобы это все произошло на лучшем уровне. Для этого предполагаются репетиции, ну и, в общем, есть повод и в уверенности тоже, потому что все спектакли шли, и шли они с успехом. Я бы хотел сказать еще и о том, что в нашем гала-концерте мы постарались показать творчество Верди не только, используя те фрагменты, которые уже звучали в фестивале, но и ту музыку, которая написана этим композитором, но пока еще не звучит на нашей сцене. Во всяком случае, впереди очень интересный наш период работы. И это работа не только напряжение духовных творческих сил, но это и большая творческая радость. Мы очень хотим, чтобы эта радость передалась в зал.